Жители Гаваны встречают участников фестиваля. Преподавательница университета Сиамара к приезду делегата Василия из Белоруссии подготовилась. Власти дали ей курицу, рыбу, картошку. Такой продовольственный паёк получила каждая семья, в которой разместили делегатов фестиваля. Желающих принять гостей оказалось больше, чем нужно. По сравнению с тем, что мы получаем по карточке, говорит Сиамара, это отличный паёк, даже пиво дали. 14-й по счету фестиваль молодежи и студентов проходит под классическим девизом «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу». Империализм-то остался, он есть практически, он более мягкий. Вот сегодня шел такой разговор, что он в виде либеральной идеи выступает, то есть в виде деятельности международных организаций, более плавный, более красивый. Он предлагает, как бы в виде рекомендаций. Он предлагает через средства массовой информации. То есть жесткие формы отошли. Но давление-то есть. Мы же не можем отрицать, что одна страна сейчас принимает монопольные решения. Участвует около 8 тысяч человек из 138 стран. Последний фестиваль проводился в Пхеньяне 8 лет назад. Идея реанимировать традицию советской эпохи принадлежит Фиделю Кастро. До последней минуты было неясно, появится ли на открытии фестиваля главный человек на Кубе. Увидев Кастро, которому в августе исполнится 71 год, участники фестиваля начали восторженно скандировать «Фидель». Россию на фестивале молодежи и студентов представляют 110 делегатов из КПРФ, ЛДПР и «Яблоко». Я считаю, что делегация России, в общем, не самая маленькая. И большой интерес к фестивалю, как ни странно, может быть. Очень многие люди меня спрашивали в Москве, а че что раньше не сказал, но с удовольствием поехали. Для сравнения, в фестивале принимают участие 740 американцев, из Северной Кореи 500 делегатов. Бросалось в глаза и то, что на церемонии открытия фестиваля не было российского флага. Членами Всемирной Федерации Демократической Молодежи являются отдельные молодежные организации, а не страны. Официального приглашения российскому правительству никто не посылал. Самое сильное впечатление произвела делегация из Корейской Народно-Демократической Республики. По количеству флагов северным корейцам не было равных. Корейская делегация привезла с собой даже транспаранты с портретами великого руководителя Ким Ир Сена, а также танцевальный ансамбль и оркестр. Фестиваль и солидарность – это хорошо. Главное, чтобы всем было весело.